секции, и благодаря им мы становимся олимпийскими чемпионами. Хочу поблагодарить всех, весь тренерский состав сборной России в лице Тимурлата Тегеева, весь медперсонал, моих старых партнеров. Отдельно хочу выразить благодарность тем людям, которые делают очень много для развития нашего вида спорта, и не только. Это наши земляки Гаджиеву Магомеду Таждиновичу, Керимову Сулейману Абусаидовичу, Муртазалиеву Амару Магомедовичу. На протяжении всей Олимпиады мы чувствовали поддержку наших земляков. Я бы хотел поблагодарить всех, кто за нас болел, переживал, радовался за наши победы. И сегодня, несмотря на свою занятость, здесь пришли очень много людей нас поздравить, уделить нам внимание.